Школьная классика задает нам три вопроса. Правильно ли выбраны произведения? Может быть, они перестали быть классикой, или, может быть, они остались в своем времени. Вот об этом подумать нам придется сегодня на примере двух хрестоматийных текстов Лескова. Второй вопрос. Как преподать классику детям? Способны ли ее понять школьники? Нужна ли она им? Ведь нужно столько всего объяснить. Нужно так хорошо знать историю, нужно так внимательно учить русский язык, иметь сведения о мировой художественной культуре. Сегодня мы это очень-очень остро почувствуем. И третий вопрос. Почему мы к этой классике возвращаемся? Нам ее хорошо преподали в школе, и нам хочется еще раз об этом поговорить. Или мы почувствовали, что недостаточно, и возвращаемся к неисследованным вопросам.